Здравствуйте, друзья! Я рад приветствовать вас снова в нашей рубрике на канале. Сегодня у нас будет потрясающий гость. К нам придет братец Краб, ведущий второго сказочного концерта «Пять подарков сказочного мира». Это такое большое счастье. Вот он должен уже с минуты на минуту появиться. Здравствуй, братец Краб! Очень рад видеть тебя. И с огромной радостью позволь почитать тебе сегодня благодарные отзывы гостей праздника «Пять подарков сказочного мира». Столько весенних, восторженных чувств дарит второй сказочный концерт. Он наполнен сюрпризами, которые радуют на протяжении всего праздника. Улыбка, появившаяся на моем лице в самом начале праздника, не исходила до самого его завершения. Спасибо за вдохновение. Это писала Наталья, город Ростов-на-Дону. Волна благодарности продолжается, братец Краб. Спасибо за этот волшебный концерт. Спасибо за такого сияющего ведущего, любимого, сказочного друга, братца Краба. Такое чувство, словно сказочный мир, в момент праздника появился здесь, рядом с нами. Радость живет в сердце. Столько сияния увидела вокруг, благодаря прожитому празднику. В глазах, в улыбках, в чувствах друзей. Очень радостно, что можно объединяться в том, что на самом деле важно, полезно, в том, что приносит счастье. Спасибо. Даша С. Город Хабаровск. Праздник подарил радость душе, обогрел теплым солнышком. Весна коснулась моей души. Песня «Дорога жизни» вдохновила на новые свершения, на постижение новых высот. Хочется учиться у мира, отдачи любви, труду сердечному. Спасибо. Моя душа очень ждала этого. Для нее этот праздник как живая вода. Аня, 28 лет, город Хабаровск. А вот и еще волна благодарности. Сегодняшний концерт предстал для меня как вдохновляющая логическая цепочка. Начало концерта подарило пробуждение душе, настроило на прекрасное проявление. Затем в душе словно расцвели красивые, яркие бутоны чувств. И в завершении концерта меня охватило чувство глубокой благодарности миру, людям, природе за все то, что уже есть, и за открывающиеся возможности. Так написала Алиса из города Хабаровска. А вот еще один отзыв. В душе распустились цветы. Весна стала для меня такой долгожданной. Утончились чувства, само восприятие весны. С каким восторгом, трепетом, вдохновением можно и нужно к ней относиться. Людмила Федосова, город Хабаровск. Великая благодарность за эту поистине сказочную встречу. Хочется петь, ликовать, наполняться светом и дарить этот свет людям и этому миру. Очень легко, радостно и светло. Хочется быть похожим на весну, чтобы где появился, там все и расцвело. Так написала Алла, ей 29 лет, из города Хабаровска. Праздник подарил улыбку и счастье, на душе светло и легко. Сегодня почувствовала весну в душе в любое время года, когда все в душе расцветает, бурлит, сияет и радует мир. Песня «Дорога жизни» дала очередное напутствие. Лишь в движении пылает сердце, творит, созидает и радует друзей. Лена В. Город Хабаровск. Поток благодарных отзывов продолжается. Вот отзыв юного участника праздника. В сказочном концерте мне понравилась звездная капель. Оказывается, что звезды – это как наши цветы на Земле. В фильме было много красивых цветов, которые живут на нашей планете. Это и есть звездочки на Земле. Понравилась песня «Явление весны». Запомнилось, как снега таяли и счастливо напитывали землю. Весна всех пробуждает, и рыбок, и пташек, и веточки. Пришлась по душе песня «Дорога жизни». Она ведет к хорошему. Спасибо! Так пишет Полина из города Омска, и ей всего 7 лет. Фильм «Для вас, любимые», подарил мне счастье.
Там были красивые цветы и красивая мелодия. Очень порадовало, когда нам подарили семена цветов. Я очень люблю цветы. Я их посажу в форме сердечка. А когда они зацветут, станут настоящим подарком для моей бабушки. Диана, 8 лет, город Омск. Еще один отзыв благодарного юного участника праздника. На сказочном концерте мне очень понравился братец Краб. Он веселый и добрый. Он подарил подарки, семена из фильма «Для вас любимые» и «Звездной капели». Фильм понравился тем, что там очень красивые цветы. Они все разные. А еще мне очень понравилась мелодия. Она такая нежная и ласковая. Виолетта, 7 лет, город Омск. Волна за волной следуют благодарные отзывы. И вот вновь от нашего юного участника. Мне понравился фильм «Для вас любимые» своей нежной мелодией. А еще мне понравились бархатцы. Они такие яркие и радостные. Они дарят оранжевые чувства. А еще мне запомнился братец Краб своим ярким оранжевым цветом и настроением. Он очень щедрый и веселый. Желаю всем всего-всего хорошего. Кристина, 7 лет, город Омск. Замечательный концерт. Самым сильным впечатлением стала песня «Дорога в жизнь». Понравились строки про осуществление мечты и созидание. Это напутствие к творчеству и целям. Спасибо большое за восхитительные мгновения, прожитые на вашем чудесном концерте. Синева В.А., город Железнодорожный. Настроение чудесное. После знакомства с братцем Крабом и великолепными песнями захотелось не откладывать в долгий ящик свои мечты, а осуществлять их сразу. Вера Марченко, город Хабаровск. Озарила сердце мое сегодня песня «Дорога жизнь». Я услышала в ней ответы на свои вопросы. Как действовать? Как шагать по жизни? Как реагировать? Воспринимать жизненные неурядицы? Очень благодарю за такую чудесную возможность знакомства с прекрасным, таким вдохновляющим творчеством. Спасибо за сюрпризы и такое весеннее воодушевление. Так написала Эвелина из города Новошахтинска. А вот снова отзыв из Хабаровска. Спасибо вам, друзья родные, за полет души. За радость, за подаренную улыбку, за позитивные чувства. Алексей Смирнов, город Хабаровск. Огромное спасибо за ваше творчество. Оно наполняет, вдохновляет, напоминает о том, что жизнь проста и прекрасна, а счастье каждого дня, каждого события. Пробуждается внутренняя сила. Настроение меняется просто сказочно. Так написала Ульяна Банникова из города Хабаровска. Сердце в большом ликовании и радости. Сказочный концерт 2 подарил то, что и выразить сложно. Та любовь, которую впитало мое сердце, надолго вдохновит на светлую, прекрасную жизнь, на преобразование себя и творение красоты. Людмила Цыгараева, город Ростов-на-Дону. Это завершающий на сегодня отзыв. Спасибо тебе, братец Краб. С твоим появлением у нас какие-то сказочные сюрпризы стали твориться в студии. Спасибо за твое искреннее внимание. И за дружеское тепло. Всего доброго, друзья. До новых встреч на канале.